Это исключительно изменение границы между городом Красноярском и границей Березовского района. Целостность заповедника «Столбы» в этом случае остается прежней. Земли федерального значения остаются прежними, никаких переводов земель в черту города со стороны заповедника «Столбы» и территории экскурсионной не будет. Это улучшит обслуживание этой территории, расчистка, содержание дороги муниципальными структурами, вывоз мусора. Ну, то есть все, что касается благоустройства и поддержания в порядке этой территории. И это на сегодняшний день город готов идти на эти шаги, но они из-за того, что территориально это находится в Березовском районе, они по закону не могут направлять туда свои ресурсы и свои средства, в том числе в виде каких-то субсидий.